Друзья, сейчас я вам покажу, как выглядит отель, в который я приехал. Дело в том, что в Чаралы и в Олимпосе очень много маленьких отельчиков, и все они со своей спецификой. Я попросил Мишу, привет, Миш, привет, чтобы привет. Он сделал мне экскурсию. Он здесь уже бывал не раз, и ему этот отель очень нравится. Идемте. Миш, сделаешь экскурсию, да? Вообще, с большим удовольствием, Назар. Пойдем. Отлично. Вот мы заходим в главный вход, есть паркинг для машин, и вот здесь, я смотрю, такая специальная сторожка, где можно... Велосипеды даже есть. Велосипеды, да. Можно здесь оставлять свои вещи, правильно? Да, здесь ресепшн и камера хранения. Здесь можно оставить свои вещи. А насколько я понимаю, тут еще есть места, где можно ставить разные палатки. Да, мы пройдем потом, я покажу. Покажешь, конечно. Да, все? Да. Окей, но тогда показывай. Я хочу уточнить, что в эту стоимость входит завтрак и ужин. А интернет здесь есть? Интернет, электричество и, самое главное, бассейн. Класс. Друзья, здесь в Олимпосе очень много отелей, которые имеют свою специфику. Кто-то для детей делает больше упор, кто-то для тех, кто занимается йогой. Вот я сейчас покажу отель, в котором очень много людей, которые занимаются йогой. Вот Михаил сам увлекается этим важным делом, и я, честно говоря, тоже. И думаю, что здесь можно проводить и семинары, и медитации, и таких отелей здесь немало. Вот этот один из очень характерных, и места, где палатки ставят, вот я думаю, сейчас нам Миша покажет. Покажешь, да, вот здесь? Да, пойдем. Давай. Сразу. Давай. Рассказывай сразу, что тут такое. Это... Здесь помимо бассейна есть волейбольная площадка, теннисный стол, спортзал. Мы потом пройдем, покажу обязательно. Вот, вот палаточный лагерь, да, кемпинг такой. Здесь можно как и со своей палаткой, так и вот уже присутствующие палатки здесь. Ага. Вид, кстати, здесь шикарный у вас. Тут просто вообще не любуюсь. Красота. Друзья, дело в том, что Миша вместе со своим другом сам занимается йогой, и вот на правах рекламы, да, потому что я буду рад, если к нему придут новые друзья и будут заниматься этим хорошим делом, хочу прорекламировать его YouTube-канал, ссылка будет в описании к этому видео, «Пляжный бездельник». Он снимает очень много интересных моментов, которые происходят с ним здесь, в Олимпосе. И вы про этот отель сможете посмотреть на его YouTube-канале. И, кстати, контактная информация, как связаться для бронировки, тоже там. Вот. Теперь правильно все сказал? Да, все верно. Вот. Теперь по поводу того, что... Давай сразу покажем еще и как спортзал, так и площадочку для йоги. Вот тут йога, да, происходит? Да. Давай, идем, покажем йогу, конечно. Миш, что касается йоги, то здесь есть какие-то там тренинги, семинары? Принято здесь такое проводить? Да, и сейчас вот собирается группа, в ближайшее время сюда приезжают на такой небольшой ретрит на 4 дня. Это будет проходить вторник, среда, четверг, пятница. Приезжает там группа, ну, где-то до 10 человек. Первая вот сейчас будет женщины, естественно же. Вот, и будем заниматься йогой. Отлично. Значит, можно смело сказать, что это место, ну, фактически заточено под то, чтобы здесь проводить всевозможные ретриты, семинары и так далее, что связано с йогой. Поэтому, друзья, имейте в виду, это сильная сторона этого отеля, плюс большая экологическая составляющая. Здесь очень много всевозможных моментов, что связывает с природой. И теперь по поводу нововведений, что касается вот карантинных мер. Здесь замеряют температуру, насколько я знаю, да, при въезде? Обязательно, да. При въезде все нормы, которые сейчас введены в мире, все соблюдается. Маски, дистанция абсолютно между столиками, между друг другом. Тем более при приеме пищи у персонала. Значит, маски, перчатки, все как полагается. Отлично. Так что можно сказать, что меры соблюдаются, но, в принципе, как раньше отдыхали, так и можно и сейчас отдыхать. Правильно? Да мне даже кажется, отдых стал еще веселее.
Так что вот, имейте в виду, меня очень часто спрашивают под потому видео что он долгожданный, извини, Назар, он долгожданный просто, теперь отдых-то, понимаешь? Вот приезжают вот люди, они прям как будто ни разу даже не отдыхали в жизни после такого заточения дома. Кстати, Миш, теперь вот я хотел попросить тебя рассказать, куда мы идем. Вот сквозь заросли, я тут смотрю разные бунгало. Вот ты показал палатки, а есть еще и бунгало, да? Сколько да, они стоят, еще раз напомню? Хорошие номера, прям номера полноценные, даже не бунгало, это полноценные номера с кондиционерами, с горячей, холодной водой, там... Можем один какой-нибудь посмотреть? Да, есть один, просто сейчас на самом деле все занято, один только номер. Давай вот, тогда показывай. Давай глянем. Вот. Да, ага, идем. Так, и... О, какой симпатичный. И сколько такой стоит? Такой стоит 350 лир на двоих. 350 лир на двоих, да? Да. Вон, и ключики. И у нас там завтрак и ужин. Ага. Так. Добро пожаловать. Ага. Ого. Да, симпатичненько. Симпатичненько очень даже. Сюда входит оплата за электричество, Wi-Fi, все входит. Все, да, вы только даете 350 рублей и, конечно же, ну, копию документов надо будет сделать. Ага. Там, или комет, или и как он там? Видно жительство, да. Ну, комет, видно жительство, да, да, да. Или, за, или паспорт, короче, ага. Неважно. Турки вы, русские. Окей. Вот, по-моему, очень даже уютненько. Территория достаточно большая. Вот тут, наверное, квадратов. Да, посмотрите, мы тут вдвоем. Да. Устраивает хорошую вечеринку. Да. То есть квадратов 20 вместе с этим, да. Отличные номера. Так, хорошо, пойдем дальше смотреть. Может, больно хочется все побольше посмотреть. Слышу, как цикады тут у тебя жужжат. Красота. Миш, что касается еды, я когда был неоднократно в Олимпосе и в Чаралах, обращал внимание, что многие отели, заточенные под прием йогов, вегетарианскую пищу подают. Здесь как кормят? Можешь сказать в двух словах как примерное меню? Тут, если вы вегетарианец, вы сразу это говорите, что ну, я, извините, не кушаю мясо. И... Все сразу готовится, там двойная порция салата, там сразу же убирается мясо, добавляется салат, и все условия, пожалуйста. Вот, кстати, здесь делается. А вот здесь делается турецкий. Да, очень-очень интересно. Да. Вот. А здесь руководитель Мерава. Мерава. Это руководитель этого отеля, и я думаю, что вы видели по миролюбивому лицу, что здесь всем рады. Ну вот так вот выглядит. Зона, где принимают еду. И вот еще остановлюсь на том, что здесь много таких вот беседок. Это беседки за кем-то закреплены или любой может прийти? Нет, здесь любой в свободную беседку приходишь в любое время. Можешь даже и ночевать там остаться и проводить время с кем хочешь, как хочешь. Вот. Потому что этот... Мероприятие, ну, отель этот, значит, пансион, да, как турки называют, он предназначен для любой категории людей, для, ну, кто хочет выпить, пожалуйста, кто... То там, есть демократично. Да, кто хочет заниматься спортом, пожалуйста, как бы, свобода, и в этом есть, как бы, слияние интересов, и все равно все находят... И помогают там, допустим, ну, спортивные, да, люди, когда занимаются, другие там выпивающие, курящие смотрят на это и хотят, наоборот, тоже подтягиваться, поэтому, ну, ну выпить каждый, как бы, тут может, и свобода, здесь свобода, хорошо. Вот, кстати, очень важную тему ты затронул, Миш, дело в том, что действительно есть отели, где возбраняется выпивать, ну вот, где останавливаются верующие. Здесь очень демократично, вообще много европейцев и выходцев из наших стран. Я думаю, что попав сюда, будет достаточно комфортно всем находиться. Можно будет попросить, чтобы мои подписчики, обращаясь к тебе, могли получить консультацию про отдых в Олимпосе в Чаралы и там про йогу. Может быть, ты подобрал бы что-нибудь? Конечно, обязательно, да. Звоните, обращайтесь. Я думаю, да, описание да, будет да, там в описании ниже. Будет информация.
давайте сгруппируемся как-то, сделаем хороший какой-нибудь ретритик совместно. Так что звоните, пишите, мы всегда будем здесь рады вас увидеть. Так как нам здесь очень понравилось, мы пока здесь осели. Так, я пляжный бездельник, смотрите мой канал. Там все подробности. Да, друзья, честно хочу сказать, что вот от души рекламирую Мишин канал начинающего ютубера. Поддержите, пожалуйста. Если вам вдруг не понравится, вы ничего не теряете, вы просто можете не смотреть дальше и все. Но посмотрите, как начинаются большие каналы. Вот вполне возможно, что именно Мишин канал через пару лет будет миллионником, а вы скажете: о, я видел или видела его с самого начала. Так что посмотрите. И вообще, я рад помогать друзьям. Не секрет, что мы с Михаилом уже давно знакомы. Он был у меня на канале только-только, когда приехал в Турцию. Ну вот, кто не видел, посмотрите, кстати. Вот. И вот сейчас его жизнь здесь продолжается. Вот. Так понимаю, что в Турции тебе нравится. Да. Ну, вообще, на самом деле, Назар приехал, у меня было вчера день рождения. Мы отмечали день рождения. Ну, в плане отмечали не так, как в вашем там представлении. Там, алкоголь, может, кто-то подумает. Нет, мы арбузика поели, чай попили. Да не оправдывайся, там все свои. На самом деле, мы действительно не выпивали, но как следует отметили Мишин день рождения. Да, было очень классно и весело. Спасибо большое, друзья. Не забывайте ставить Turkish like. Я надеюсь, что вам понравилось это видео и было полезным. Вот есть у меня в описании к этому видео еще информация про видеокаталог недвижимости, где я сравниваю недвижимость в Турции. Ну и хорошего вам всем здоровья. Да пребудет с вами сила. Дин-дон-дэм. Ассаляма. Хэдо. Гиле-гиле. Ну, наконец, просто чао. Пока.